Имя поэта-композитора Сарсенгали Бесенгалиева широко известно в нашей стране. В честь его 70-летия в Доме культуры села Жалпахтал Касталовского района был организован творческий вечер. Мероприятие открыла песня «Ажарлы аулым» на стихи виновника торжества в исполнении молодого певца Нуркена Амангельды. На музыку произведения Сарсенгали Бесенгалиева наложила местный композитор Баян Кабиева. С юбилеем его поздравили и посвятили стихи друзья и коллеги Катимула Бердегалиев, Сагентай Бесенгалиев, директор Центра культуры и искусства имени Кадыр Мырзали, поэт Бауыржан Халиолла, его земляк Кадыр Харисулы. Местные жители высоко оценивают творчество акына. По традиции на плечи виновнику торжества накинули чапан и подарили коня. Встреча прошла в формате вопросов-ответов. Также на мероприятии наградили победителей шахматного турнира. Поздравляем с юбилеем. Это очень талантливый и известный в нашей стране поэт и композитор. Выражаем большую благодарность организаторам. Мне исполнилось 70 лет. Я вырос в селе Жалпахтал. Много лет работал в сфере искусства. Жители это оценили, и вот прошел мой творческий вечер. Я очень рад. Мероприятие в честь 70-летия Сарсенгали Бесенгалиева продолжится в областном центре. Так, 4 августа в Центре культуры и искусства имени Кадыр Мырзали состоится его творческий вечер.